Появились снова пасящая хаки шавробок, тогда будешь тебя взломать. Недавно стало здесь судовый хаки в Роблоксе по имени Палькида 666. Она создала свою карту, не размещая популярных роблоксеров. В том числе Палькида тоже хочет меня взломать, и уже это сделал, об этом чуть попозже. Карта очень жуткая, практически каждый может ее испугаться. У нее аккаунты множество в социальных сетях, например, лайк, YouTube, TikTok. Она выкладывает видео о том, что хочет устроить конец роблоксера в Роблоксу. Сначала Палькида взломала аккаунт моего друга Димочика, он не смог найти свой аккаунт. После того, как я зашел аккаунт, побил голову Димы на ее маску. После этого Палькида сделал видео про Супер Дэна и спалила его пароль. Но видимо почему-то дали спустя 2 часа, но успела вот это скачать, чтобы его отослать Дэну. Даже пошла взломать мой аккаунт с помощью скам-ссылки. Она просила с рекламным менеджером и скинула скам-ссылку. Я не заметил и перешел. Потом я заметил новый вход в мой аккаунт. После Палькида потерял примерно 200 робоксов, не знаю, на что он их потратила. Палькида снимает видео на YouTube канале, пытаясь угрожать всем и показывать свои хакерские программы. Также завела на свой лайк аккаунт, который мне показывает среди подписчиков. Она уверяет, что сломать каждому поэтому, пожалуйста, не приходи по ссылкам и ставьте двухэтапную идентификацию через почту. Карту Палькида добавляю практически каждый день, добавляя все новых и новых людей. Я зашел к ней на карту и начала всех обзывать, садить в тюрьму, крашить робокс и всячески издеваться над игроками. Также Палькида утверждает, что сломала кошку Лану, Чудо-Чая, Бокошоу и Гриникс. Но информация пока что не подтверждена, потому что я с ними не дружу. Интересно, это реально хаки робокса или крипипасты, или просто это реально хайп какой-то девочки. Давайте рассмотрим ее видео. Первое видео конец роблоксером. Там говорит какой-то госрецитель, причем с ошибками. Говорит, что должен платить робоксы, значит она хочет получить выгоду с ее карты. Следующее видео то, что она хочет взламывать роблоксеров. Первое это показал девочка, которая одет в ее маску. Позже Палькида показывает тюрьму роблоксера, где мы сидим вместе. Следующее видео о том, что хочет сделать конец Роблокс Квин и мне. Она показывает хакерские штучки, команду 40 и какую-то страшную программу. Потом убивает меня и Роблокс Квин. Самое новое видео конец Роблоксу. Там показывает взломанных роблоксеров в ее маске. Говорит, что украла 200 роблоксов и что собирается жениться на Чудо-Чае. И нас следующий на злом, но мне не верится. Давайте посмотрим, кто есть на карте. Там есть Роблокс Квин, Лерчик, Турбобан, Коржик, Дора, Черри, Кошка Лада, Свинчоу, Бабка Шоу, А4, Котенок Лай, Гриник, Сакабуду, Зенги, Ульянку, Хулибаба и так далее. Также есть три тюрьмы, где есть табличка, что эти роблоксы скоро будут взломаны. На карте есть сама NPC Палькида, которая говорит, что это богиня Роблокса. Она говорит, что взломает только популярных, и что взламывать очень тяжело. В карте есть еще NPC хакеры, стены сделаны как тюрьма. Также есть мои друзья, видимо, как-то пытаются меня взбесить. Пойдя дальше, вы видите большую Палькиду среди заброшенных зданий. Карта очень похожа на матрицу, видимо, чтобы игроки знали, что все шутки плохи. Что будет дальше, мы не знаем, поэтому следим за ситуацией.